Всем привет! Вы на канале Сестренка ТВ. Мы заехали на заправку заправиться бензином и едем в цирк. Уже, конечно, опаздываем, потому что времени очень много. У нас осталось 10 минут на то, чтобы купить билеты и попасть в цирк. И еще доехать туда, да? Ну что, погнали? Успеем? Как думаешь? Да. Ну, поехали. Совсем немного времени, всего лишь 9 минут. Да, пока мы говорили вам привет, уже осталось даже не 10, а 9 минут. Мы очень спешим. Милаша едет в цирк сегодня первый раз в своей жизни. Да, там очень смешно. Очень смешно, там... это точно. Наши мальчики сегодня на футболе. У них тренировка сегодня. У папы и нашего он тоже ходит на футбол. И у Дани. Да, Милашка? Всем привет! Да, чуп-чупчик? У меня вот это апокольчика. Его, потому что я его ем. Мы едем в цирк, там есть вот такие лошадки. Да. Я буду лошадок кататься. У нас времени очень мало. Мало. Совсем-совсем мало. Смотрите, тут есть еще Макдональдс. Да, мы сегодня очень долго собирались. Потому что мы отправляли наших ребят на футбол. У папы тренировка, у Дани тренировка, а после этого у них сегодня турнирные игры. Две, по-моему, даже, да? Да. Милаш? Они будут играть соперниками. В общем, все, что касается футбола, можно будет посмотреть у Даньки на канале. На канале Старший Брат ТВ. Первый раз в цирке. Опа, милочка. Хлопай ладошки. Такую палочку купить нам на перерыве, да, Милочка?
плюется, да? Thank you.
Ане нравятся больше всего гимнасты. Акробаты. Да, нравятся тебе акробаты? А? Акробаты. Акробаты. Ты хочешь быть акробатом? Подумаешь, да? Все время есть. Увага! Виконується унікальний трюк. Смотри. Потрійне сальто мортале. Смотри, как дядя умеет делать. Утринное сальто мортале. Посмотрим, как он умеет Явлена антракт. Все люди уже вышли. Пойдем, Милаша, пойдем посмотрим, что там вкусненького можно купить. Пойдем. Мила в поисках вкусняшек. Людей сегодня не очень много, да? Корм мы уже купили, пол программы выполнили. Мила хотела посмотреть ушки, которые светятся. Или не ушки, а бантики, да? Будем такие покупать? Аккуратненько. Мила, что ты хочешь? Палочку? Давай покупать палочку, хорошо? Милаша, покажи палочку. А как она включается? Вот так ярко мы сейчас будем светиться. Да, программу мы выполнили, попкорн мы купили. Палочку, о которой мечтали, мы купили. Теперь мы настоящие волшебники. Пойдем пораньше зайти. Детки катаются на лошадках. Но Милашке такое не интересно. Милаша, мы не тут сидели, мы дальше сидели. Ну-ка, сейчас начнется. Уже вторая часть представления. Сейчас здесь будут выступать настоящие тигры. Они уже в клеточке, видишь там? Милаш, видела? Не кусаются. Они кусаются? Я их не трогаю. Да, они дрессированы, но они кусаются, они опасные для обычных людей. Они слушаются только дрессировщика, да? Мила смотрит увлеченно. Thank you.
нельзя палочку, нельзя, это наказ. Ну и что, это плохо они делают, детки, выключать. Ух ты, еще один. Еще один, убийца, наверное. Приехали уже из цирка, привезли вот такую волшебную классную палочку. Милаша ходила в цирк сегодня первый раз в своей жизни. Да, Милочка? Поделишься своими впечатлениями? Что тебе понравилось? Клоун. Расскажи. Не клоун? Клоун? Нет. А кто? Там был клоун еще. Он подавал шарики. Мне не подавал шарики. Дарил деткам шарики за то, что они танцевали танец, да? Понравилось тебе? А тигры?
дрессированные тебе понравились? Да. Страшно было на Нет. них смотреть? Не было страшно? Ты не боялась? Какая ты смелая. А вам боялись Рига? Давай спросим у наших подписчиков. Ребята, напишите нам в комментариях, пожалуйста, какой номер в цирке вам понравился больше всего? И было ли вам страшно? Ребята, напишите нам в комментариях, хотите ли вы на нашем канале видеть самые крутые, самые страшные, а может быть и самые веселые номера из цирковых программ. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Сестренка ТВ. Всем пока! Лайк! Еще громче. Лайк! Лайк! Вот так мы вас всех любим и обнимаем. Мы сегодня споем для вас, Миланушка, песенку.